Всем привет из Калифорнии. Это видео небольшое, хочу сделать о политической обстановке в России, в Украине. И я его делаю, потому что у меня постоянно спрашивают, как я отношусь к этому всему. Рик, что мне говорит, что Обама говорит. Я как бы хочу опять поставить точку над всем этим и сказать, что политические вопросы я стараюсь обсуждать только с теми людьми, с которыми я знаю, что я не поругаюсь. И у нас не зайдут жаркие споры по всем этим вопросам. Это моя подруга здесь, в Калифорнии. Это мои близкие в России, родственники. И там тоже коллеги по работе. Все, больше я эту тему ни с кем не обсуждаю. Я сейчас объясню, почему. Это были еще времена Бориса Ельцина в Екатеринбурге. И всегда у нас... люди есть, которые за кого-то и которые против кого-то. И поэтому тут эти споры, они совершенно бессмысленны. Каждый будет смотреть на это все со своей точки зрения. Вот я что могу сказать про Путина? Мы хорошо живем при Путине. Моя семья, я имею в виду. Другая семья плохо при нем живет. Они будут недовольны его режимом. А мы сумели к этому режиму приспособиться, мы живем хорошо, поэтому, ну, Путин и Путин, да. Я никогда не найду точки соприкосновения с тем человеком, кто плохо живет при этом режиме. И вот когда был Борис Ельцин, это тоже все время были какие-то споры, там хороший, он плохой, и у нас очень хороший родственник есть наш по маминой линии, и мы как-то тоже, у нас было застолье такое, не помню, какой-то праздник или день рождения, и вот собрались за столом родственники мамы, мама пригласила свою подругу, такую очень хорошую, и вдруг у нас зашли дебаты на политическую тему. Я хочу сказать, что в России вообще все люди очень политизированы, и все время обсуждают политику, и все в политике разбираются. В общем, это не пить, не есть, не давай, дай поговорить по политике, о политике. И вот зашли разговоры о политике. И такое началось. И, в общем, короче говоря, все это закончилось тем, что вот этот родственник наш замечательный, вот эта замечательная подруга между собой вообще там разругались, переругались. И эта подруга встала и ушла, и больше никогда с моей мамой не дружила. И получилось-то из-за того, что кому-то Борис Николаевич нравился, а кому-то он там не нравился, тоже перед выборами что-то было. И после этого мы вообще никогда не обсуждаем никакие политические темы, тем более при людях, которые как бы вообще, я с ними и не знакома в принципе. Вот, и поэтому я хочу сказать, у меня тоже спрашивают здесь в Америке, что Рик у меня говорит. Я уже говорила, что как я появилась тут в их семье, у них в принципе стали интересоваться Россией. Рик мне все время все новости сообщает. Что там у нас в России, кого присоединили, кто сбежал, кто умер там. И поэтому он приходит, мне сообщает это. Но у нас нету таких дебатов с ним тут, там что, вот там Крым присоединить, отсоединить, там что на Украине творится. Они знают, у него родители знают, что там на Украине не все в порядке. Но здесь нету такого, чтобы все жили этими событиями. Это так все вскользь. Я, конечно, не знаю, может быть, тут есть какие-то программы, которые это освещают гораздо больше. Но в основном здесь вот новости, конечно, показывают, там Украина, это что творится. Но это все минута-две. Это посвящается этому не больше, чем пропаже этому самолету в Малайзии. Малайзийскому самолету. И поэтому я вообще хочу сказать, что американцы, они не такие политизированные люди, как россияне. Они могут поговорить о политике, но это у них не является смыслом их постоянных разговоров, их не жизни там и всего прочего. И для них эта территория России, ну, она для них далека. Это для нас все очень, так скажем, важно и болезненно там. И это у нас в России там все это кипит, шумит, и все люди об этом говорят, и как оно, что будет. А для Америки, ну, как бы сейчас там Обама повыступает, санкции повводит, я думаю, все на этом и остановится. Что они могут сделать? Ничего, так, это, как говорится, кудах-то не.
Вот, поэтому это все, тут это все гораздо спокойней, потому что я звоню в Россию, у меня тоже там прямо подруга начинает, вот это все, конечно, это все у них там на таких эмоциях, это все вокруг тебя творится, это, как сказать, неотъемлемая часть россиян, это вот если у меня палец болит, он будет болеть у меня, а другой не почувствует эту боль, это только мы все чувствуем, а другие страны, они продолжают также жить и существовать, у них тут множество всяких тем, о которых они могут поговорить, не касаемо России, передела этой Украины. Им, честно говоря, до этого, ну, не, далеко, глубоко, так скажем, все равно. Потому что я спросила у Рика, что Обама-то говорит, что Обама-то говорит. Я же тоже много информации такой вот уже очень специфической, мне ее трудно понять. Он говорит, да, Обаме все равно, вот и все. Все, всем пока, эти темы не обсуждаю. И мое мнение, как бы, оно тоже вообще, ну, смешно просто будет. Поэтому не задавайте мне таких вопросов, не ждите от меня ничего. Я вам ничего не могу сказать. У меня есть свое мнение, но я не буду его на всеобщее обсуждение здесь выставлять, потому что этот будет конфликт между моими подписчиками, между мной и подписчиками. Мне этого не надо. Политические разговоры, они приводят только к дракам, к раздору и ко всему прочему. У каждого свое мнение, вот каждый пусть при своем мнении остается. И спорит где-нибудь там, но не на моем канале. Все, всем пока, всем хорошего настроения. Пока-пока.